я приехала на улицу Красных Текстильщиков, где находится предельно ниточный комбинат имени Кирова. И сейчас мы узнаем, зачем нас пригласили и что мы можем там сделать. Но самое интересное, что здесь находится единый миграционный центр. И поэтому там внутри вам не видно, но там находится огромная толпа людей, которые хотят работать в Петербурге. Возможно, на предельно ниточном комбинате. Вот я выхожу из фабрики. Девочки просили не снимать внутри, поэтому внутри я не снимала, но зато узнала очень много чего нового. Вот мне столько всякой разной пряжи дали, которую мы завтра будем тестировать. И сейчас я еду домой, выхожу из дверей предельного комбината и еду домой проводить тест этой пряжи. Приличная. Вход, даже вход для инвалидов. Ух, красота. Вот это то, что нас интересует. То, что нам подойдет.